В 2022 году в Центральном парке проведут реконструкцию скейт-площадки. На данный момент покрытие сильно изношено, и такие повреждения могут привести к травмам. В этом месяце на площадке уже начнется первичный ремонт. Рабочие заменят фанеру. А до конца августа составят смету и проведут экспертизу для включения скейт-площадки в государственную программу капитального ремонта. Одновременно с этим еще поставим площадку для работы с свободными весами, для того, чтобы приходили сюда не только любители экстремальных видов спорта на велосипедах, на роликовых коньках, но еще те, которые любят работать с тяжелым грузом.